Что за бардак? Приветствую вас, дорогие зрители моего канала. Меня зовут Михаил. Вы на канале Фунзей. Ну вот, продолжаем походить мертвого остров Фриктать. Все так же Definitive Edition. Это какая-то измененная версия. Сейчас, кстати, недавно появился Dying Light Definitive Edition. Я помню, играл в обычный мертвый остров. Без Definitive Edition. Без вот этой вот переписки. И он не лагал. А вот Definitive Edition первая часть лагал. Я надеюсь, Dying Light не лагает. Открывайте, старшому пора прибарахлиться. Старшому? Или старшопу? Че это такое? Растение просто какое-то, наверное. А зачем я в эту сторону иду вообще? Просто полутаться, что ли? Опа, тупик. Здесь вообще живых не осталось, что ли? В плане зомби. То есть, вот это просто какой-то мыльная гора или холмик. Или это PNG-картинка. Непонятно. А вот там точно картинка. А вот это уже реальные объекты рядом. Но там 100% где-то невидимая стена. Ну ладно, пойду на задание. Как сказала та женщина, нужно идти в сторону этой деревни какой-то. Моргенштерн, калечащий. Так а почему череп, если там вот эта вот железная штука была? На оригинальном Моргенштерне. Или тут за место железной штуки череп. Хотя это и так Моргенштерн. Ну ладно, я, наверное, придираюсь. ИСО сколько стоит? $37, ебать. Много. Но если бы я в реальной жизни мог бы спиздить ИСО и продать его за $37, я был бы рад. Я потом в каком-нибудь обменнике бы обменял это на рубли, и было бы вообще прекрасно. Что? Я запрыгнул в какой-то дом. Чё-то даже не подумал сюда залез. Так, ладно. Хера здесь лута. Ножик какой-то. Чё за ножик? Немощный, 139 урона. Запись. Меня зовут Анджела Гроз. Мы с моим мужем Паулем служим добровольцами в корпусе. Уя! Сейчас мы работаем на острове Паланай, крошечной деревушке на востоке. За место чего? Я могу за место... Вот тут на кастет. Я могу за место весла. Нахрен мне весло. О, кстати, улучшение. Давайте как раз и улучшу. О, тут еще и вот это появилось снизу, я не заметил. Первый уровень. Первый уровень, а везде нулевой. Я уже прокачал это, значит? Прикольно. На горе, где нет ни электричества, ни телефона. Мы прекрасно провели эти два года. Пожалуй, мы даже больше учились у местных, чем они у нас. Но почему? Теперь нам пора отправляться домой. Почему? К сожалению, в деревне случилась вспышка неизвестной болезни, и наш отъезд может задержать. А, еще один уровень есть. Я не заметил сначала. Я типа видел там сверху вот этот вот указатель вверх, все время туда-сюда двигался. Симптомы проявляются внезапно, и инфекция поражает больных практически моментально. В смысле моментально? Вот поэтому я и веду запись. А, вот почему я обратил на это внимание. Мой муж подхватил этот странный вирус еще прошлым вечером. У него кружится голова. Надеюсь, там что-нибудь полезное. Поднялась температура. Я уже всерьез волнуюсь. Так, ну я так понимаю, туда проход в деревню. Ты в порядке? Почему ты меня так смотришь? Сожрать хочет. Че здесь? Не, реально интересно, что здесь. Капец, у меня плащ образовался. Группы. Нихера не нашел. Ладно, возвращайся обратно. Как, наверное,
Блин, мне вот интересно, я в реальной жизни бы смог по лианам забираться? Хотя он, наверное, об стенку облокачивается. Так полегче забираться. Чисто руками. Я бы не смог, наверное. Типа полностью на всю лиану. Вот немного забрался, не проблема. Что, кусок доски с гвоздями $37? Можно я продам где-нибудь кусок доски с гвоздями? Я вам... Сейчас хоть и зима, я все равно возьму и высылу этот кусок доски. Вот если вот найдется покупатель за $37, я возьму и где-нибудь добуду это. Возьму, я не знаю, шкаф у себя кусок, поломаю шкаф с гвоздями и продам эти грибы на $37. У меня один шкаф, наверное, $50 будет. Если я буду разбирать шкаф, то там сколько вообще долларов я буду собирать. Да-да-да, улучшается. А как работает этот режущий шашлык? Херово что-то. Чё по урону? Урон хуйня. Ладно, возьму кастет. О, охуенно. А кастеты прекрасно работают. А кастеты качают ближний урон. Вот это можно взорвать. Мостик сломать. Шо ты нахер, козёл? И ты тоже. И ты. Спасибо, дружище. Пожалуйста. Что-то фризить начинает. Мерон колесо зомби. Модификация гвоздь. Модификация. В жопу этот шашлык, я его продам. Бесполезное чмо, блин. Да вы сами справитесь, я вас верю. Ну ладно, придется помочь. На, гнида. Спасибо. Пожалуйста. На. Пошел ты нахер. Пошли вы оба нахер. На, минус. Минус. Так, кому еще помощь? Тут же еще кому помощь нужна, да? А, ты сам отбился. Ладно. А я могу взять? Я не могу взять. Ой, а ты сам справился. Красавчик. О, опыт. Опыт там. Еще опыт насыпал. Меня вообще не должно здесь быть. Почему не должно быть? Слава богу, вы с нами. Я только пришел. Че вы сразу? Че за прикол? Че за надежда на меня? Я только пришел. Кстати, я так и не могу взять. Я ни разу не улучшал мое оружие. Гвоздь. Моргенштерн, бейсбольный бит. $100 стоит. Ну, давай улучшим. Так, оно стоило 200. Проклятого мусона. Масона, может быть? А, спасибо. Пожалуйста. Сколько? 265. Кстати, когти, интересное оружие. А разница в цене в 2 раза. А силу как тебе лучше? И прочность. Они во всем лучше, только ближний бой. И все. Так, вот он и кастет я не продам. Кухонный нож. Самодельный нож в жопу. Палка с гвоздями. Весло домой. Так, это в пизду. Это тоже. Это Моргенштерн. Хера он дорогой. Огромное. Сколько? $3000. Так, кастет домой. Прощай, кастет. А эти монстры чуть до меня. Да мне насрать, что у тебя там происходило. Что? Блять, зачем? Зачем я продал кастет? А, мне немного не хватает. Да мне насрать, что они до тебя чуть не добрались. А я могу добраться в любой момент.
Так, надо запомнить, 265 урона. Это важно. Если что, я смогу пересмотреть, наверное, этот видос, но не факт, что я это запомню. Типа, чтобы если я найду что-то лучше и прокачаю это, то я всегда мог понимать, к чему можно вернуться. Домой, в Халай. Да иди ты нахрен. Насколько далеко распространился вирус? Охренеть, насколько далеко, ты даже не представляешь. Боеприпасы для пистолета. Сигнального. Хорошо, что вы справились. Здорово, ты кто такой? Тревор. Еще чуть-чуть, и нам бы конец. А вы, черт возьми, тут откуда? Это не важно. Я с острова упал. Сейчас главное изолировать эту территорию, и начать надо с моста. Это самое слабое место в нашей обороне. Окей. Насчет этого я и так уже в курсе. Чертов мост – наше слабое место. Окей. У нас есть заграждение. Может, получится их замедлить, перекрыв другие входы. Можете нам помочь? Не проблема, давай. Гвозды пистолет, давай. Конечно же. Вот, спасибо. Берите рулоны с сеткой и растягивайте ее в указанных местах. Окей. О, как раз то, что я хотел попробовать. О, прикольно. Приятно тебя видеть. И мне тебя. Так, ну окей, я сейчас все расставлю. Пек. Пек. Закуски всякие. А там наверху есть проход? Нету. А вот здесь уже довольно-таки далеко идти, хотя не сказал бы. Какое-то малейшее замедление, но ничего страшного. Так, осталось только одно место. А если забор сломают? Еще забор есть? Заборы. Да, только не на нем много. Да с хера ли тебя не должно быть? А что я должен здесь? Надо их задержать! Вот они! Они идут. Окей. С хера ли убить всех нападающих монстров? А если я? А чем собрать если мне? А, коктейль молотова, кстати. А чё? Не проблема. Давайте-ка я взорву. Сдохни. Им вообще насрать? Я в смысле про бочки. Чё это сейчас за слоумо было? Кого там жрут? Да что за фризы? Почему мне пишет стабильный FPS, когда я вижу, что он фризы? Они еще все скоростные, что ли? Да, они какие-то все скоростные. Ага. 400 урона сношу. Сука. Это мой. А зачем то, а чего вы им так мало наносите? Вы дауны? Носите больше. Инвалиды что? А. Я подумал, она звонит. Опа. Жмут палочку. О. Найс. Хавчик. Хавчик. Охренеть. Чуть не накрыло. Ого. Жаль, что до этого дошло, но иначе нам бы не выжить. Заграждение действует. Но по поводу моста вы правы были. Надо его взорвать. Это слишком опасно. А как если бочки не взрываются? Ракетницу и поджечь с ее помощью бочки у моста. А, да. Или потому что по сюжету было так сделано, то что нельзя ее сломать. Как они вообще сюда зашли, если... А, сетка сломала одну. А, нет, не одну. Окей, если я снова как-то лимонты попробую. Да, все-таки это сюжетная броня была. Сюжетную броню не пробить. О. Новый уровень.
Ура, у меня какая-то супер атака появится. А остальных зомби вы как это бьете? Я слышала взрыв. Вы взорвали чертов мост? Да. Это действительно было необходимо? Да. Слава богу, вы выжили. Ага, теперь за мной должок, мудила. На. Давай, живо, сукин сын. Стоп. Я в долгу не останусь. Кабинку. Похоже, вы все знакомы. Я знаю, что вы обо мне думаете, но клянусь богом, я не желал вам зла. А нормально жопу в комнату я команда операции. Это все Серпо. И кто он такой? Он работает на частную фирму. Мое начальство в кармане у его начальства. Все решения принимают они. Мне жаль, что они почему с вами так поступили, но никак не мог. Зачем именно они здесь, полковник? Ходят слухи, что они пытаются полковник использовать это чуму выше... в биологического оружия. У вас иммунитет. Звание. Полагаю, ваша кровь необходима им для исследования. Вы об этом знали и даже не попытались им помешать? Я солдат. Я выполняю приказы. Ну, солдат, слушай мой приказ. Иди-ка ты в жопу. Просто послушайте, я могу вам помочь. В Хендерсоне есть военная база. Я знаком с их командиром. У них есть продукты, вода, оружие. Они знают способ выбраться с острова. Когда мы в прошлый раз доверились военным, нас бросили в клетку. Ля. Послушайте, я понимаю, что вы чувствуете. Но у нас не так не помню много такого, времени. Чтобы бросали этот в клетку. Остров будет скоро взорван. Сфигали. Ага, то же самое нам об Аной говорили. Что-то там бомб не было видно. Вы в этом уверены? Понятно, почему столько вертолетов в последнее время. И все с ящиками со снаряжением. Именно. Они пытаются замести следы. И как только эвакуация закончится... Они хотят сбросить бомбу? Слушайте, я ни хрена не доверяю этому гаду, но его надо выслушать. А вдруг этот козел реально говорит правду? Надо сваливать с этого драного острова. Согласен. Чтоб меня. Что ж, значит, в Хендерсон? Если это так, мы все отправимся с вами. Что ж, пора действовать. Иммунитет только у пяти из нас. Кому-то надо остаться и защищать лагерь, пока остальные уйдут на разведку. Хорошо, пора за дело. Ладно, полковник, но если вы лжете... А у полковника нет иммунитета. А как они сражались, если у них иммунитета нет? Эй, подойдите-ка сюда. Их прям кусали, я видел. Это странно. Что тебе надо вообще? Вам стоит поговорить с Харлоу. Ей об этом острове все. Может, я смогу помочь? Давай. Если мне удастся пустить по ограде ток, эти чертовы твари поджарятся еще на подходе. Но мне нужен источник питания. Кабели и аккумуляторы вполне подойдут. Можете принести немного? Да не проблема. Угу. Кабели лежат в сарае неподалеку отсюда, а аккумуляторы есть на стоянке. Я так понимаю, это побочное задание? Ну ладно, почему бы нет? О, я уже могу это использовать. Так, палка, домой. Пистолет сигнальный. А что он делает вообще? Вау, то, что нужно. Поиск лодки, правильный шаг, но сначала... Я не понимаю, что подлагивает. Может, графику пониже поставить? Поменяйте что-то. Качество текстур. Полный экран в кыл. Ну, а что не так? Вертикальная синхронизация в кыл. Разве? ФПС стал больше. Надо запастись припасами. Что? Знаешь, сколько нам придется провести там времени, сражаясь с этим. Вот вы сейчас серьезно? А нет, все равно фризит. То есть у меня Dying Light не фризил. А он намного требовательней. А эта игра фризит. Гениально. Но я потом проверю качество игры на высоком среднем. Если не особо ничего не поменяется, то поставлю пониже, чтобы побольше FPS был. Чтобы игра плавнее была. А пока мы на этом закончим, не забывайте ставить лайки, комментировать, чтобы продвигать видос и многие другие видосы. Нужна ваша активность, чтобы больше людей видел канал. Подписывайтесь на канал, чтобы меня не потерять. Поставьте колокольчик, чтобы прям точно не потерять, чтобы уведомлял вас. Порекомендуйте кому-нибудь, репостните, чтобы канал развивался и было много больше людей на канале. Что ж, закончим на этом. Всем удачи, всем пока. Спасибо за просмотр.